Вот у сына Алексея новая забота. Лёха нам домой стол делать письменный, сообщила невестка Надя. Письменный для дома сын Алексей собрался делать стол. Невестка Надя показала нам в WhatsApp, как у него идет работа, его тесть-то мастерской и не понесет никогда, поскольку понимание, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Людям не один, в мире поэт балабол. Не придется снимать клип с этим пониманием, пока навечно не уйду. Леша, сын, иди сюда. Молодец, сынок. Молодец. Золотые руки. Леш, я здесь, иди сюда. В отличие от меня, кстати.